Эти молодые ребята – почти ровесники тех, кто изображен на портретах у них в руках. С портретов смотрят молодые, жизнерадостные лица. 24 анапчанина, которые погибли в ходе выполнения боевого задания в Чеченской республике. Сегодня, 11 декабря, состоялся ввод войск в Чеченскую Народную Республику. И сегодня день памяти воинов-чеченцев, которые погибли, собственно, в первой и второй чеченской кампании. Здесь, в Анапе, состоялся митинг памяти тех героев, которые погибли. И сейчас мы дальше поедем. У нас есть в городе памятные доски, бюсты, установленные уже героев именно чеченской войны. Первые лица города – матери погибших бойцов, сотрудники правоохранительных органов и неравнодушные анапчане. Сегодня все пришли почтить память героев, отдать дань памяти и уважение подвигу наших ребят. Для меня это, в первую очередь, память, самое главное. Второе – это основное, это патриотическое воспитание молодежи, чтобы молодежь знала. И действительно, сегодня было много сказано, что действительно Россия гордится своими героями. И это не просто так делается. Ну и встретиться с боевыми друзьями, увидеть матерей, у которых действительно глаза не высыхают от слез. Боевые товарищи тех, кто не вернулся из Чечни, сегодня вспоминают ушедших, призывая ни в коем случае не забывать их подвига. Во время войны воин умирает дважды. Первый раз на поле боя. Второй раз, когда о нем начинают забывать. Второй раз умирать намного страшнее. Память о погибшем должна жить.